В общей сложности более 170 человек. Они представляют Россию в трех десятках олимпийских дисциплин. В числе призывников Центрального спортивного клуба армии – призеры чемпионатов мира и мастера спорта, в том числе международного класса, а также кандидаты на участие в зимних играх 2018 года в Пхенчхане и Олимпиаде 2020 года в Токио. Им всем пожелали пройти службу с честью, брать пример с выдающихся спортсменов и приумножать традиции армейского спорта. Как спортсмены мы защищали нашу страну на спортивных аренах, но от воинской нас никто не освобождал. И сегодня мы приняли присягу, и теперь это двойная ответственность на нас для того, чтобы защищать нашу страну на олимпийских и международных аренах. Спорт «Рота» ЦСКА были возрождены в 2013 году по поручению президента России Владимира Путина. На недавних международных военных играх армейцы стали первыми в общекомандном зачете. Всего за 4 года наши военнослужащие больше 500 раз становились чемпионами и призерами крупных соревнований. 5 раз завоевали медали на Олимпийских играх.